Нет, сейчас мы, короче, она тут переодевается, здоровайся. Это Снежана, вы ее помните, наверное. Иди переодевайся. Вот, ну решила я снять влог, никак, в общем, я уже могу повториться в какой раз. Я уже пытаюсь, наверное, вот как я начала свой канал вести, уже сколько раз пыталась снять влог, поэтому сейчас вот немножечко сниму влог, и в этом влоге вы увидите 7 секунд челлендж. Ну, в общем, за 7 секунд там какое-то именно задание, которое мы придумали, будем как бы их выполнять. Так что во влоге в этом сегодня будет. Сейчас мы музыку слушаем, подготавливаемся к съемкам, будем снимать видео My Musical Challenge. Ой, нет, не челлендж, просто My Musical Association и My Musical Association. Вот. Она тут наряжается, не знаю, короче, что она тут делает. Что могу сказать? Погода сейчас наладилась. Было вроде бы как-то вот, ну, слишком уж холодно. А сейчас нормально. Сидим, в общем, у нее дома сейчас. Ну, здесь уже как бы в деревне я приехала. Что могу сказать? А потом, наверное, пойдем гулять. Не знаю, пожрем что-нибудь. Мы еще будем ужастик снимать. Да, еще мы хотим ужастик снять. Вот, короче, вот. Ладно. А, музон. Долго. Меня шишака вышла. А, ветерок, как в клипах сейчас. То есть я не знаю конечно точно, но видео возможно у меня будет выходить в во вторник, в пятницу, и я не знаю как будет получаться в субботу, могу или нет. Пока у меня то есть вот такие вот расписания насчет именно насчет видео, а так обычный день. Еще у меня тоже ежедневничек такой. То есть все, я теперь буду вести свой канал, все прям вот просто. Иногда я не записываю, да, иногда записываю какие-то темы или что-то там. Но я это, как бы сказать, ну, теряли что-то. А теперь у меня все будет здесь, я буду и помнить, во-первых, это, и к тому же, ну, в общем, удобно, да? То, что вот. Ну, как бы это сказать. Везение моего канала будет. У меня здесь какие-то еще фотки лежат, что-то тут. Короче, ну, ежедневник такой. Ну, тут, короче, много чего лежит. Вот, как видите, ведение моего канала здесь написано. Вот. Здесь я расписала уже, то есть, 6 тем. Боже, он все вылетает.
6 тем именно, которые я вот уже планирую снять за 2 недели, кажется. Это я смогу, да, снять за 2 недели. Я, то есть, не знаю точно. Так что, вот, то есть, ну, неделю, сегодня же у меня по 5 число, то я планирую, то есть, короче, все видения. Что, я вообще начала? Нет, всё, нет. То есть, мы, короче, с Олей планируем снять вот сейчас 7 Second Challenge, потом My Musical Association, потом, ну, не знаю, страшилку просто для себя, и, короче, я не знаю, выложим ее или нет. Если хорошо получится. Да, хорошо получится. Вот. Вот, а сейчас мы, ну, как я сказала, просто во влоге, но не хочется почему-то снимать отдельное видео, вот. Я решила как бы сразу здесь снять видео такое. В общем, ну, 7 Second Challenge, это, ну, как бы за 7 секунд какой-то, ну, я это сказала уже, да, там задание нужно выполнить, какое-то именно определенное. У нас, в общем, есть 10 заданий, то есть получается каждому по 5 заданий. В общем, их должны мы выполнить. Итак, первое мне задание, это сесть в позу лотоса. Ну, я уже сижу в позе лотоса. Так что задание, ну, выполнено, короче. Следующее задание, которое тебе нужно будет выполнить, Снежан, это назови слово YouTube наоборот. YouTube? Да, за 7 секунд. Раз, два. Do you... Четыре. Do you... Пять. Шесть. You... Do you... Все. Ну, короче, короче, надо... Как ты сказала? You do... do. Нет, так, Ютуб. Бутюбка. Бутю. Ютуб. Ютуб. Нет, ну, если, короче, не знаю, это если по-русски, а по-английски. Бутюб, как-то я так. Короче, можно считать, что выполнено. Счет, короче, 1-1. Следующее задание, это сделать мне нужно 10 селфи. Я возьму твой телефон. Да. А ты давай сейчас, погоди, сейчас, когда включу телефон, ты будешь так же тоже считать до 10. Так, мне нужно... Так. Давай так же считай, давай. Ой. Давай. Так. Давай, считай. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все. Все посмотрим. Короче, там фотки. Короче, 10 выполнено. Угу. 10 фоток. Короче, счет 2-1. Все следующее задание – это позвони кому-нибудь, тебе деньги на телефон. Не скажи, что ты беременна. Кому угодно позвони. Можешь вообще любой номер просто набрать и скажи, что ты беременна. Издевается. Зачем в контактах? Лучше позвони какому-нибудь, как мы с тобой разыгрывали, я помню. Не-не-не. Я беременна. Извините. Я уже не могу послать. Ну, в общем, счет 2-2. Мне нужно заплести косичку за 7 секунд. Ну, тебе, короче, косичку. Ты тоже считай до 7. Давай, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Все, короче, вон там косичка. Повернись. Нет, ты повернись. Там косичка, короче. Ну, получилось. У меня тоже сейчас короткий волос. Короче, чем у меня. Ай, нога. Звонила А мне нужно, знаешь, какое задание угадай? Мне нужно лизнуть свой локоть. А, нет, тебе, получается, нужно лизнуть свой локоть. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все. Ну, это никто не может.
поэтому считается. Выпей стакан воды. Я, то есть, за 7 секунд. Так, у нас здесь есть стаканчик уже. Весь стакан? Да. Так, считай до 7, только, конечно, не очень быстро, пожалуйста. Один. Погоди, нет. Ни пуха, ни пера. Давай, раз, три. Чёрт. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очень быстро сосчитала. Я не допила. Ну, у тебя локоть тоже не считается. Да. Так что счёт остается 2-2. Дальше выпей... нет, дальше назови... Тебе нужно 5 животных на букву К. Кошка, кобра, косуля, 4, кабан, 5, 6, 7. Все, тебе 2 осталось. Все. Ну, в общем, не справилась. А мне нужно... мне же попалось задание. Нет. Мне нужно назвать 5. Нет, не назвать. Мне нужно найти 5 предметов розовых. Или 5. 3. 3 предмета розовых, короче. Давай считать до... 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Все, 3 розовых предмета. Вообще красава. Да, потому что ты девочка, мне кажется, у всех девочек очень много должно быть розовых. Не должно, хотя я ненавижу, розовый, но... И тебе последнее задание нужно, ты должна, в общем... Как бы про, не знаю, прорекламировать. Ну, короче, сказать про канал так, чтобы на него сразу все подписались. Давай, за 7 секунд. Что? Давай. Ты должна так сказать, ну, про канал, про чтобы подписались очень хорошо. Много людей. Один, наш два, канал замечательный. Три, четыре, подписывайтесь пять, на наш канал. Шесть, и вы будете семь. Смотреть идеальные видео. Все. Ну, все. А сейчас мы выйдем на улицу, там гуляем, побесим, потому что, как я сказала, погодка в реале на улице очень замечательная вообще. Класс. Да. А после этого мы планируем снять видео. Снять видео. Снять видео. Моей музыкальной ассоциации. Чё ты на меня валишься? Хочу. Тебя нет в кадре, уходи отсюда. Так, друзья, она тигр, она плохая. Не верьте ей. Это фонограмма. Сейчас мы похомячили, ну, как сказать, мы, короче, поели тут эти... Вы когда-нибудь пробовали, не знаю, оладушки, да? Да. Оладушки с яблоками. Да, оладушки с яблоками, представляете? Сейчас, в общем, немножко... Да, немножко поели. Сейчас я её жду, она опять... Подождите, я причешуся. Да, я хотя тут в кадр, ты опять убегаешь. Сейчас жду, она опять переодевается. Ну, конечно, я же для видео нужно было... Нет, это фонограмма! Вот. И потом сейчас мы пойдем погулять. Ну, что могу сказать? Ну, простая деревня, ничего у нас особенного нет. Мы просто, наверное, во дворе около дома погуляем. Я к тому же сегодня приехал, то есть не на ночь. Вот. Ну что, на улице простая атмосфера. Ну иди, давай быстрее одевайся. Деревенская, так что ничего особенного. Вот, это, значит, у нее зал. Тут сижу. Рекламировать мой дом. Я не продаю дом. О, кстати, никто не хочет дом купить. Заткнись, это фонограмма. Какая фонограмма? Ой, орфограмма, то есть. Давай, все, идем. А вот я хвостик сделал. Ну да, волос лучше, да, сейчас. Жарко. Бери с собой музон. Пойдем по деревне. Я знаю, Can't Believe, сейчас включим и зажжем. Да, как раз на телефон съешь. Йом-йом-йом. Борум-бум-борум. Бом. Да посрать с распущенными пойду. Да. Мы сейчас идем на помойку, мы бомжи. Боже, позорение. И надо мне пониже нагнуться, чтобы тебя было видно. Не вот так. Ну, она мне младше, да, но вы это, наверное, уже знаете. Мне 10 лет, будет 11. А мне 13, ну ничего, нормально. Мы дружим, в принципе, с ней уже, ну, не знаю, в деревне как-то сдружились с ней, уже с самого детства, в принципе, дружим, вот. Поэтому мы сейчас просто гуляем, идем в ту сторону, то есть... Мусорки, мы помоешь. То есть мы идем из деревни уже в другую деревню, ну, просто так пройдемся. А что, погнали в сюда? Просто тут сейчас народу там много, все ходят, там, в общем, дорога, там пробежаться мы хотели, ну, точнее, потанцевать.
Ям-ям-ям. И там уже очень солнышко светит. Я как бы сейчас так, в куртке, мне очень даже жарко в куртке. А поэтому... чекарки надо было одеть. А мы с ней, ну, не в тот выходной, а позатой танцевали тоже, бегали по всей деревне вечером. Была погода еще теплая, уже вроде началось бабье лето тогда. В общем, было очень хорошо. А сейчас как-то... О, тенек как раз. А сейчас как-то не очень, поэтому... Поэтому... И солнце не очень... В общем, все загораживает нас. Знаешь, я скоро зарегистрируюсь, и у меня Лен поможет. Угу. Да, Лен? Это же ремни. Ну, я не знаю, это может настоящее. Ну и поэтому... Видишь, под нее так не побегаешь. Сейчас вся она будет. Побежим. Да? Тогда. Давай. Сейчас, то есть, тут почти пусто, но все равно. Уже сейчас снимать ее. Нет, она другая, видишь? Да. Блин. А ты снимаешь? Да. О! Черт, она не знает. Кто-то!